Команда из Чувашии прошла финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Соревнования проводятся в рамках флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Этот форум стал рекордсменом по IT-точкам в регионах. Для разработчиков развернули 19 площадок в разных часовых поясах по всей стране. За призовые места в хакатоне, а также за выход в финал престижного конкурса боролись почти 6 тысяч участников. За малым исключением из всех регионов страны. В республике участники собрались в Чувашском госуниверситете, работали над программами для креативной индустрии и сферы коммуникаций. 48 часов 4 команды из Чувашии разрабатывали актуальные кейсы под запросы крупнейших компаний, государственных органов, общественных организаций и стали призерами конкурса. Финал цифрового прорыва пройдет в декабре. Мы тоже этих ребят с удовольствием на них обратим внимание, во-первых, как студентов, потому что ряд из них еще учатся, а ряд из них уже на самом деле работают и тоже, да, возможность как-то себя применить, поменять свою деятельность. Ну, в общем, одни плюсы.